В это воскресенье в Асбесте состоится традиционный массовый забег «Лыжня России». Лыжная гонка по традиции пройдет на базе «Бодрость». Мероприятие проводится ежегодно и всегда является большим зимним праздником, рассчитанным на широкий круг любителей лыжного спорта. Цель «Лыжни России» – не результаты и достижения, а популяризация массового спорта. Наряду с любителями на старт традиционно выйдут спортсмены-профессионалы и ветераны спорта. Для каждой категории участников будут подобраны соответствующие дистанции. Начало лыжных забегов запланировано на 10 часов. Первыми на старт выйдут подготовленные спортсмены. В 12:15 состоится торжественное открытие соревнований. Через час в 13:15 пройдет VIP-забег, после чего на старт выйдут все желающие.